Уже буквально через несколько минут на сцену Самарского драматического театра поднимутся артисты из «Арзамаса» в Самару. Они приехали со спектаклем «Тень». А самарские зрители уже готовятся к такой долгожданной встрече. Эту постановку по пьесе Евгения Шварца в исполнении Арзамасского театра публика ждала с особым энтузиазмом. Это нетрадиционный спектакль на сцене шоу теней. По сюжету затейливый ученый приехал в необычную страну, где живут сказочные герои и происходят невероятные события. Совсем необыкновенная страна. Спящая красавица здесь жила на самом деле, пока не умерла. А людоеды до сих пор живы, но бросили свои привычки и работают в амбарце. На сцене противостояние человека и теней. Чтобы показать зрителю такой накал страстей, артисты готовились всего 2 месяца. Однако работа над ролью не заканчивается никогда. Всегда приходится добавлять что-то новое, признается актриса Елена Лупчева. Каждый образ, построенный в этом спектакле, в первую очередь, это огромная часть самого актера. А потом уже мы наращивали туда какие-то особенности персонажа. Премьера спектакля состоялась год назад. Историю, которую артисты показывают на сцене, понятна как маленьким зрителям, так и взрослым. Ведь со взрослением, уверяют актеры, сказки в жизни не заканчиваются. Вот такие вот фестивали, они важны внутреннему состоянию театра, внутреннему состоянию актеров, чтобы не только вот замыкаться внутри театра, а чтобы это могли увидеть другие. В этот вечер фестиваль «Волга театральная» прошел еще и в театре «Камерная сцена». Артисты Самарского молодежного театра «Мастерская» показали спектакль по мотивам повести «Рассказ о 7 повешенных» Леонида Андреева. До конца недели приезжие и местные артисты будут радовать самарскую публику постановками на разных площадках города. Мария Левина, Николай Епифанов. События.